Много лет назад к Красной Поляне вела дорога. Дороги этой более 120 лет. Она строилась вручную с помощью кирк и лопат, и, унеся множество жизней, по праву считалась одной из самых опасных в мире. Где-то на середине этой дороги есть монумент. И надпись на нем гласит: в 1920 году в районе Красной Поляны были захвачены в плен 20 красноармейцев. Здесь они были зверски казнены, и их изрубленные тела были сброшены в пропасть. Красной Поляне вела дорога.